Это самое свежайшее шампанское. Шампанское еще в виноградинках. Смотрите, какая красота. Да, это мы приехали в Шампань. И вот там впереди, если посмотреть, ой, вон вдали виднеется знаменитый Римский собор. Я уже снимала о нем видео. Вот, видно отсюда. Это очень знаковое место во Франции. Еще мы сегодня вот что нашли. Это Дом Периньон, легендарное шампанское Дом Периньон. 2006 год, и это шампанское, которое всегда дорожает. Вообще, Дом Периньон — это самое инвестичное шампанское. То есть, когда вы покупаете бутылку шампанского, если вы выпьете ее через несколько лет, вы уже будете пить вино, которое стоит гораздо дороже, чем при покупке. Ну, конечно, смотря где его покупать. Вот, поэтому... Вот в Праге такого нет ни у кого уже. Ну, потому что оно, это шампанское, вот видите, 2006. То есть его выходит ограниченное количество, как это называется, архивное. Дом Периньон только архивный бывает. Только какого-то года определенного. В 2006 году эта бутылка, ну, не в 2006, оно вышло позже. Это урожай 2006 года. То есть их было очень мало в свое время. И их сейчас в мире мало уже. Ну, и одно из них у нас. Ладно. Заболтались мы. А вообще, смотрите, как красиво. Такой костел, виноградники. А здесь, кстати, кладбище. Кладбище среди виноградников. Да, нам только что остановились пьяные французы за рулем. Сначала трактор остановился, потом пьяные французы остановились, в машине ехали и предложили нам выпить. Причем пили они не шампанское, а пили какую-то водку, и сидели люди за рулем при этом. Но мы отказались. Нет, у них была бутылка шампанского. Что, ну, в бокале, в стакане у них водка была конкретная. Ну, маленькая рюмка. Да. В общем, находимся мы в Шампане уже несколько дней. В прошлом видео из Шампани я вам рассказывала о двух домах Шампани, которые необходимо посетить, если вы приезжаете в этот чудесный регион. Один дом называется Дом Помари. Если вы здесь будете, обязательно посетите это место. А второй дом называется Дом Мерсье. Тоже это и вино очень хорошее, и интересная история дома, и очень красивые подвалы. Сегодня я хочу вам рассказать историю местной легенды. Да, это история настоящего чуда, потому что это история одной женщины. И случилось это в 19 веке. Тогда женщины особо прав не имели тут, во Франции. Но именно у нее получилось стать не просто первой бизнес-вумен, на секундочку. А еще у нее получилось стать гранд-дамой Шампани. Она себя любила называть, о себе говорила: «Шампанское – это я». Так она перефразировала знаменитого короля Людовика XV, который говорил: «Государство – это я». Имя этой женщины знают все, даже если вы не знаете, что это такое имя этой женщины, вы обязательно будете знать. Сегодня мы побываем в доме, где продают вино, и посетим замок один, который ей принадлежал. Этот замок изображен на одной очень известной картине. Ну и вообще покажем вам Шампань, прекраснейший регион, красивейший регион. И вот мы сейчас, посмотрите, где мы находимся. И эта женщина является самой знаменитой вдовой Франции. Конечно же, речь пойдет о великой вдове Клико. О ней писал Пушкин, о ней писал Гоголь, о ней писали многие. Так, в Римсе делают огромное количество знаменитейших шампанских вин. И одно из них, самое знаменитое, вот перед нами. Это, конечно же, вдова Клико. Находится этот дом в Реймсе.
Здесь же и подвалы, но подвалы не несут никакой исторической ценности. Великая вдова здесь никогда не была. Экскурсия здесь, ну, то, что я вам сейчас расскажу, вам расскажут здесь и просто еще покажут, как там хранят шампанское. Итак, вдова Клико. Эта история началась в те далекие времена, когда прапрапрабабушки всех нынешних бизнес и не бизнес-леди занимались исключительно изящными искусствами, если, конечно, повезло. Рожали детей, слушались мужа и ни о каком бизнесе даже не мечтали. Именно тогда жил один человек по имени Филипп Клико. И занимался он вполне себе успешно торговлей тканями и банковским делом. Но в 1772 году Филипп решил заняться выпуском нового модного напитка – шампанское. Так и была создана компания «Клико». В планы Филиппа Клико входило создать самое лучшее вино, которое бы стало известно даже за пределами Франции. В 1798 году сын Филиппа Франсуа присоединился к семейному бизнесу. Но ни отцу, ни сыну не было суждено добиться истинного величия для своей компании. Но все же однажды их мечте уготовано было сбыться. Правда, повод для этого был весьма печальный. 16 декабря 1777 года в семье богатого текстильного промышленника на свет появилась девочка. Назвали ее Барб Николь. Получив очень хорошее образование, что было редкостью для девушек того времени, в 21 год Барб Николь вышла замуж за Франсуа Клико. Молодой муж вместе со свекром тогда пытались развить собственную компанию по изготовлению шампанского. Именно под их влиянием молодая женщина тоже заинтересовалась изготовлением вина. А спустя 6 лет Франсуа умер от тифа. Так молодая 27-летняя женщина стала вдовой, вдовой Клико. Согласно традициям того времени, молодая вдова должна была продать бизнес мужа и, как другие девушки из высшего французского общества, начать заниматься благотворительностью, изящными искусствами, воспитанием детей и выходами в свет. Но у Барб Николь на этот счет были несколько иные планы. Она, заручившись моральной и финансовой поддержкой отца и свекра, решила заняться бизнесом. Итак, мы пришли в очень интересное место. Когда-то вдова Клико купила себе дом. Вот он. Вот этот домик. Когда-то гран-дама Шампани приобрела для себя. Но потом она начала строить замок. И вот он напротив. Вот это построила вдова Клико. И подарила... Сейчас приблизим это дело. Очень красиво здесь. И подарила этот замок своей внучке. Но со временем этот замок купили другие люди. Сейчас семье вдовы Клико это не принадлежит. Это краста. Это принадлежит другой семье, которая здесь живет. Здесь выращивает... виноград. И из этого делает шампанское. Шампанское очень уникальное. Ну, бутылочку мы купили, и потом расскажем вам, потому что это каждая бутылка с легендой. А я очень люблю легенды. Вино у них очень дорогое, потому что действительно тут очень мало места для того, чтобы выращивать виноград. Видите? Ну, это одни из лучших виноградников находятся именно здесь. Это была неслыханная смелость для девушки того времени. Многие злорадно ухмылялись, решив, что женщине не под силу такая ноша, да и вообще знающие люди того времени были убеждены, что если дама появится на винодельне, вино, конечно же, превратится в уксус.
общество затаилось в ожидании провала. Но оказалось, что у молодой вдовы великолепная предпринимательская хватка. А еще она была гениальным маркетологом, хоть и слов таких тогда не знали. Первым делом молодая вдова переименовала бренд. Теперь он назывался «Вдова Клико». Именно «Вдова Клико» придумала многие инструменты маркетинга, которыми пользуются рекламщики всего мира по сей день. Например, тест-драйв. Это ее изобретение, хоть и вынужденное. А случилось это в 1814 году, когда русские войска взяли Париж. Итак, «Вдова Клико» построила этот замок, который сейчас за нами. Это действительно историческая ценность. Но в 20 веке у потомков «Вдовы Клико» этот замок выкупила армянская семья. Сейчас потомки этой семьи живут в этом замке, владеют виноградниками, которые находятся на территории этого замка. И тут стоит машина этих людей. Люди, которым принадлежит замок в Шампани, которым принадлежат виноградники, которые делают шампанское, очень эксклюзивное шампанское. Одной бутылке, которую мы купили, я вам расскажу. Сейчас вам покажу машину этих людей. И это потомки армян. Да? Никаких понтов. Абсолютно. А теперь представьте, какие автомобили стоят у новых замков на территории наших стран. Я помню, какие у нас стояли дворцы в Херсоне. Убитая улица, без дорог, без ничего. И там машина огромных денег стоит, по-богатому. Ну вот, а вот так живут. Ну, я не знаю, насколько они богатые. Просто вот Франция, вот Шампань и дешевенькая машинка. Зато замок свой. А взяв Париж, русские пришли и в Шампань. Гусарам так понравилась шампанская «Вдова Клико», что они просто вламывались в погреба и грабили их, чтобы увезти вино домой. Именно тогда «Вдова Клико» и произнесла свою легендарную фразу. «Сегодня они пьют бесплатно, а завтра за них заплатит вся Россия». Эта фраза оказалась пророческой. Ведь следующие 100 лет именно Российская империя стала главным потребителем шампанского в мире. Барб Николь проявляла выдающиеся способности, и одна из них – превращать кризисы в возможности. А случилось это так. А вот посмотрите, их виноградники, вот виноградники, здесь на территории замка виноградники, но это тоже их виноградники. И они ограждены рекой, вот здесь это видно, и лесом, и в замке, вот тоже тут, ну, в замке территория закрывается, тут вот так, кто бы полониша стоит. После войны, когда торговля была ограничена, а говоря языком простым, против Франции ввели санкции, она сумела нелегально отправить партию шампанского в Россию. Этот рискованный шаг не только спас ее бизнес, но и сделал шампанское «Клико» чрезвычайно популярным в России. Более того, шампанское «Вдова Клико» стало ужасно модным. Его подавали на всех балах. Им отмечали большие сделки, при том, что стоила бутылка «Клико» очень дорого – целых 12 рублей. А ведь за эти деньги можно было купить 6 коров. Но, например, за 1825 год Россия закупила 260 тысяч бутылок шампанского, что составило 90% от всего производства компании «Вдова Клико». Ну и, короче, мы купили в этом доме очень интересное шампанское. Очень эксклюзивное. Таких вин всего лишь 400 сколько?
466, короче, 466 таких бутылок. Мы купили 48-ю. Почему 48-ю? Потому что у меня день рождения 4-8, поэтому мне это понравилось. Но у каждой бутылки есть своя история и своя легенда. На каждой бутылке, ну, конечно же, будет свой номер, картинка уникальная и легенда уникальная. Вот так готовность принимать смелые решения и рисковать принесла огромные дивиденды знаменитой вдове. А кто, вы думаете, стоит за таким понятием, как искусственный ажиотаж? Конечно, все та же Барб Николь. А случилось все в 1811 году. Этот год был выдающимся для виноделия. После необычайно жаркого и засушливого лета во Франции наступила исключительно теплая осень, которая принесла необыкновенный урожай винограда. Но умная вдова решила это связать с великой кометой, которую все наблюдали в небе в этом году. Барб Николь придумала сделать из этого отдельный бренд, назвав вино урожая 1811 года вином кометы и разместила блестящую комету на этикетке. Что вы думаете было потом? Вошел и пробка в потолок, вина кометы брызнул ток. Помните эти строки из Евгения Онегина? Вино кометы, которое по сути было обычным вином, стало позиционироваться как редчайшее и уникальное. В России оно стало безумно модным и популярным. А ведь Пушкин был знатоком шикарной жизни и не мог не упомянуть символ роскоши того времени. Мадам Клико напоила Россию. Здесь ее вино называют Кликовское. И никакого другого знать не хотят, констатировал в середине 19 века французский классик Проспер Мериме. Умерла гениальная вдова в возрасте 89 лет. За свою долгую жизнь она добилась того, о чем и мечтать не мог ни ее муж, ни ее свекр. Кончина великой вдовы стала концом целой эпохи в истории шампанского. А в начале 20 века нынешние владельцы дома «Вдова Клико» выпустили новое шампанское «Вдова Клико Ла Гран Даме», отдав таким образом дань глубокого уважения великой даме из Шампани. Сегодня дом шампанского «Вдова Клико» входит в конгломерат предметов роскоши «Луи Виттон Мэйт Хеннесси», а шампанское «Вдова Клико» занимает второе место в мире после «Мэйт энд Шандо» по продажам. История «Вдовы Клико» – это не только история шампанского, ну и история женщины, которая, преодолев патриархат, построила собственную империю и доказала, что нет ничего невозможного. Только что были в доме самой знаменитой вдовы, а сейчас пришли к месту, где похоронен самый знаменитый монах. Дом Пьер Периньон. Его именем названо самое знаменитое шампанское. Это человек, который изобрел... А, у него раньше был бокал в руке, а сейчас бокал у него убрали из руки, да. Посмотрите, какой вообще памятник. Здесь бутылка. Он держал в руке бокал. Бокал почему-то убрали. Стеклянный бокал в руке был, и он в пузырьках. Ну, к изобретению шампанского он имеет мало отношения, но в историю шампани, конечно, вошел конкретно и не зря. Вот такой вот он. Да, осталось место от бокала. Сколько можно остатки калибра? И, кстати, вот, видите, остатки бокала, который в руках был у монаха. Кто-то разбил и выбросил. Pardon moi. И, кстати, многие говорят «Дон Периньон», а правильно «Дом», и шампанское называется именно «Дом Периньон», потому что «Дом» — это обращение к священнослужителю, а он был монахом. И, кстати, вот, да, смотрите, шампанское «Дом Периньон», винтаж 2015 года. Это вообще, конечно, то, что сейчас мы делаем, это его нельзя показывать даже, потому что его официально нигде нет. Оно официально еще не продается, и непонятно, когда будет продаваться, но... Хорошо иметь связи. Да, Влада? Так вот, что хотела сказать.
насколько начали экономить. Вы себе просто не представляете. Да, это коробка, насколько она стала дешевой. Шампанское Дом Периньон. Это одно из самых дорогих шампанских. Дом Периньон, Кристалл. Это одни из самых дорогих. Это вообще, как я уже рассказывала, что шампанское Дом Периньон — это самое инвестичное шампанское. Коробки вся здесь были очень дорогие. Тут специальная бумага лежала, там написано все было. Все, бумагу убрали. Тут все отваливается. Короче, коробка какая-то косая, кривая. Мне, к сожалению, сейчас у нас нет тут с собой старого Дом Периньон, старых коробок. Даже прошлого, не прошлого года не было. 14-й год не было Дом Периньон урожая. 13-й год предыдущий. Она гораздо сильно отличается от того, что мы сейчас видим. Сейчас это просто дешманская коробка. Ну, конечно, они сейчас скажут, что это... как это? Опять... Экофрендли. Да, экофрендли. На самом деле это все экономия ужасная. Экономят сейчас на всем. Даже вдова Клико тоже. Они очень сильно экономят на своих бутылках, на дизайне даже. Они изменили этикетки, сделали их более дешевыми. В общем, вот так. Так. Ну, а вообще шампанское Дом Периньон, это шампанское, ой, как красиво там было только что. Это шампанское, которое появилось только в 20 веке, в отличие от многих своих собратьев. Но, тем не менее, завоевало весь мир. Все, мы здесь. Какая красота, да? Ну, вот здесь, где-то здесь похоронен монах. Итак, Rolls-Royce в мире шампанского Дом Периньон. Напиток, который не просто синоним престижа, но и самое аукционное шампанское в мире. Одним словом, покупка любой бутылки Дом Периньон – это инвестиции. Но обо всем по порядку. Для тех, кто не знает, дом – это обращение к священнослужителю, от латинского «domius». Когда-то в 17 веке во Франции жил монах по имени Дом Пьер Периньон. В те давние времена ничего не предвещало того, что имя этого человека будет символом снисходительной роскоши, когда кто-то потягивает изысканный напиток, закусывая, разумеется, черной икрой. Числился скромный монах дегустатором вин и мечтал о создании лучшего вина в мире. Ну, а здесь, вот в этом городке, возле могилы монаха, везде можно увидеть фигурки знаменитого Пьера Периньона. Очень все чисто. Да. Вообще, честно, если выбирать между Парижем и вот Эперне и Реймсом, я бы, наверное, все-таки лучше здесь жила. Париж рядом, а здесь вот так красиво. Имеет ли монах прямое отношение к созданию шампанского или нет, спорят давно. Свидетелей тех событий уже давно нет в живых. Но факт остается фактом. Имя скромного монаха вписано в историю шампанского золотыми буквами в прямом смысле этого слова. «Идите скорее сюда, я пью звезды!» Эта фраза принадлежит Пьеру Периньону. И произнес он ее 4 августа 1668 года, попробовав так называемое испорченное вино. С тех пор именно этот день считается днем рождения шампанского. Сегодня Дом Периньон – это то самое шампанское, о котором все слышали, но мало кто его пробовал, так как это довольно-таки дорогое шампанское премиум-класса. Дело в том, что шампанское Дом Периньон – это всегда только винтажное шампанское. Дом Периньон не производит ни марочных вин. Каждая бутылка содержит виноград только определенного года. В случае с шампанским это означает не просто год, а год успешного урожая. Посмотрите, как здесь выглядит мэрия. Мы недавно снимали мэрию в Дувиль, а вот мэрия в Шампане. Малюсенько-малюсенько городочке. Это даже деревенечка такая маленькая. Тут еще посмотрите, что мне очень понравилось. Так, городок между Реймсом и Эперне. Я название тут не успеваю запоминать, они один за другим идут. Посмотрите, какие здесь есть эти солнечные часы. Тут время можно посмотреть. А сверху гороскоп. То есть сейчас... Ну, тут показывает льва. Еще даже не дошло до льва. Ну,
Интересно, а когда стрелочка эта подвинется, то изменится знак гороскопа, наверное. Какая красота, посмотрите. И вот между Реймсом... Так, между Реймсом и Эперне идут вот такие городки. И очень-очень красивые виноградники. Да, посмотрите, и на каждом доме вот такие указатели. Здесь, видимо, были какие-то пожарники. Что дальше? Там тоже, нет, там что-то с виноградом связано. Да, это виноград. Ну, это понятно. Да, виноград здесь. Книги какие-то, видишь? Да, здесь тоже, я так понимаю, со шампанское наливали по бокалам. И на каждом доме, ну, везде разные указатели эти. Здесь сервис воды. Вот, сервис воды. И какой-то водопроводный, сейчас, да, водопроводный кран изображен. Да. А вот здесь, смотрите, здесь, видимо, продавали овощи и фрукты. И везде. А, вон там впереди корова. Какая-то корова. Вот. Что-то я ее не вижу через это. А вот, да, вот ее лицо. И вот посмотрите, вот корова. Сейчас здесь дом шампанских вин. Очередной. Здесь в каждом доме дом шампанских вин. Смотрите, какая красота. И видно, что здесь раньше были какие-то коровники или не коровники, ну что-то такое, да. Посмотрите, ну я не могу. И посмотрите, сидит народ, пьет шампанское в таком великолепном, чудесном, замечательном месте. Плюс сегодня не жарко. Да вообще не жарко эти дни. Вот говорю, в Праге просто ад. Здесь нет, здесь хорошая погода. И вот так в каждом доме здесь. Здесь все эти дома. Лада, ты там пропустила очень красивое. Ты там очень красивое пропустила. Лошадку. И все эти дома, это все дома шампанских вин. Какая старенькая улочка. Какая улочка. Ты лошадку красивую пропустил. Да, смотрите, здесь какие-то плотники жили. А там наропили. Вот там, да, бочка, понятно, ну, здесь. Да. Да, винный бар написано. Не, ну это сейчас, а может перед этим было просто место, где... Посмотрите, ну, какая красота. Вино. Убрать бы еще отсюда. Да. Указатель на Эперне. Это, смотри, это. Здесь дом Периньон мне чем-то похож на Путина. Тут плохо видно. Но мы все согласны с тем, что похож. Ты приблизил? Да, приблизил. Ну, но плохо видно. Ну, вообще, блин, похож, да. Реально. Так в лицо прям Путина там его вытянул. Вау! Ну и чтобы понимать, как отсюда близко Эперне, вот, вот внизу этот город называется Эперне. Да. И в Эперне делают знаменитый Мэйден Шондо. Там этот дом находится. Приезжуэ, Мерсие. И много-много чего другого. А в Реймсе вдова Клико, Помари, Руйнард, Пайпер. Вот так. И расстояние между этими двумя городками. Вот такое красивое. Какой фонарик старый. Путин. Здесь красивая улица.
А здесь все улицы красивые. Смотрите, вот что делает Олимпиада. Из Парижа повыгоняли вот эти кораблики. И они запарковались в Реймсе. Мы сейчас в Реймсе. Ну, мы уже приехали в Реймс, он рядом с тем местом, где мы были только что. И вот эти кораблики запарковали здесь, их прям так много. Здесь есть кораблики, стоят часто, но не в том количестве. Тут вообще, там парочку корабликов на всю речку. Все, тут прям, во, что творится. Что сейчас творится? Вот так вот, вот что Олимпиада делает. Я только что сказал, что эти кораблики выгнали за 101 километр. Вот, а в центре Реймса стоит самый знаменитый собор Франции. Франции. Здесь короновали всех французских королей. Ну, нам некогда его показывать, мы бежим по делам еще. Посмотрите мое старое видео из Реймса, кто не смотрел. И там мы подробно рассказываем об этом месте. Так, а мы бежим дальше. Ну, на этом все. Мы еще здесь побудем в Шампане немножко. Я, наверное, уже снимать ничего не буду. А видео из Парижа я уже выложила до этого. Всем спасибо и увидимся в Праге.